В Уфе снова введут режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ готовит правительство республики. Ограничения начнут действовать с момента подписания документа главой региона. Сегодня в Башкортостане для пенсионеров действуют смягченные правила. С 12 мая пожилым разрешили свободно передвигаться по улицам, кроме комендантского часа с 6 вечера до 6 часов утра. После подписания указа послабления будут отменены. Для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вернут ограничительные меры, которые были установлены 31 марта. На что обращаю внимание в этом указе? Да, это социальная изоляция, 65+, и хронические заболевания будет. Второе, в этом указе мы содержим две рекомендательные нормы. Это работающие 65+, есть у нас работающие, переходят на удаленный режим работы. И, соответственно, мы рекомендуем органам полиции в ходе, соответственно, тех рейдов, которые они проводят, все-таки обращать внимание на людей вот этого возраста и настоятельно рекомендовать им все-таки соблюдать наш режим самоизоляции. Ну и отмечу, что указ главы республики не запрещает пенсионерам ходить в магазин. Также в случае необходимости гражданин может обратиться за медицинской помощью.